12 эпизодов мошенничества в сфере автострахования выявили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Ульяновской области. Подозреваемые покупали дорогие иномарки, оформляли на них полисы обязательного страхования, а затем на подконтрольных станциях техобслуживания вешали поврежденные детали. В дальнейшем на территории Ульяновской области и города Москвы в безлюдных местах подозреваемые инсценировали аварии, после чего обращались в госавтоинспекцию и направляли в страховые компании все необходимые документы для получения выплат. Размер присвоенных сумм составлял от 100 до 400 тысяч рублей. Установлено, что общая сумма ущерба составляет больше 2 миллионов рублей. Предполагаемый лидер группы и пятеро участников задержаны в Москве. Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим в виде домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.